when she was conscious was when she was being carted out by ambulance attendants on Friday morning. You tell her, your boyfriend, that Archie's drooling normally in the bedroom. That's my right. God, is this your testimony? История начинается в 2005 году с мужчины по имени Дэвид Кастер. В свои 40 лет он был женат на женщине по имени Стейси, имел уже совершеннолетнего сына от предыдущего брака и проживал в большом доме в пригороде Нью-Йорка. Вместе с ним проживали его жена, а также двое ее дочерей – 16-летняя Эшли и 14-летняя Бри. Иногда у Дэвида возникали небольшие проблемы в отношениях с дочерьми Стейси, поскольку он считал, что они должны выполнять все его указания без малейших возражений. Но девочки уже были довольно взрослыми и не всегда слушались своего отчима, что иногда приводило к серьезным скандалам в семье Кастер. Дэвид неплохо зарабатывал, поскольку ему, вместе с отцом, удалось создать небольшую компанию по установке и ремонту кондиционеров. Дэвид был очень близок с отцом. Помимо работы, они часто проводили свободное время вместе. И смерть отца в июле 2005 года была большим потрясением для Дэвида. Он впал в глубокую депрессию, стал очень часто злоупотреблять алкоголем, и его поведение после этого менялось не в лучшую сторону. Все это привело к тому, что 22 августа 2005 года из дома семьи Кастер был совершен звонок в 911. My husband didn't show up to work this morning. I don't know what's going on. I'm just getting a little concerned because I haven't talked to him since 5:00 in the morning on Sunday when he locked me out of the bedroom. Has he ever mentioned hurting himself or harming himself? Friday night when we were arguing, he told me to get out, take my shoes and get out. I could leave. And then 5 minutes later, he said if I left, he would make me sorry. I would be sorry if I ever left him. Звонившей была Стейси, жена Дэвида. Она сообщила, что ее муж заперся в спальне и уже более суток не выходит оттуда. Полиция прибыла в дом Дэвида и с разрешения его жены выломала дверь в его спальню. Внутри было обнаружено обнаженное тело Дэвида Кастера. В дом были вызваны медики, которые констатировали смерть мужчины. Стейси была в истерике. Она сообщила, что накануне они с Дэвидом поссорились. Вскоре у них должна была быть годовщина свадьбы. Дэвид хотел, чтобы они на это время уехали отдохнуть на неделю вдвоем. Стейси же не хотела оставлять своих дочерей одних дома, что в итоге и привело к ссоре. Мужчина взял бутылку алкоголя и закрылся в спальне. На месте происшествия были найдены два стакана. Один действительно с алкоголем – виски Hiram Walker. Во втором стакане находилась пока не установленная жидкость зеленого цвета. В результате экспертизы удалось выяснить, что это был этиленгликоль, основной компонент антифриза. Также рядом с кроватью была найдена пустая канистра от антифриза. И самой логичной версией было то, что Дэвид, угнетаемый потерей отца, совершил самоубийство. Об этом даже было заявлено официально. Но вскоре дело было поручено детективу Доминику Спинелли, который нашел несколько нестыковок в этом деле. В комнате погибшего помимо пустой канистры было найдено заряженное ружье, и это выглядело чертовски странно. Если Дэвид решил совершить самоубийство, то почему он не использовал ружье, а выбрал другой, более болезненный метод для смерти? Возможно, конечно, он уже был слишком пьян и перепутал антифриз с алкоголем, но опять же, содержание алкоголя в его организме не было запредельным, и сказать, что он был сильно пьян, тоже было нельзя. На кухне в ведре для мусора был найден кухонный дозатор для жидкостей, на котором также были следы этиленгликоля и следы ДНК Дэвида. Но опять же, зачем он его использовал? Ну и самое подозрительное – это два стакана рядом с кроватью Дэвида. На обоих были найдены отпечатки пальцев Дэвида, но также на том стакане, в котором был найден этиленгликоль, помимо отпечатков Дэвида, были найдены отпечатки его жены, Стейси. Конечно, они жили в одном доме, и отпечатки пальцев Стейси могли быть где угодно. Это никак не могло серьезно поменять версию о самоубийстве. Однако позже детектив выяснил, что первый муж Стейси также погиб при очень загадочных обстоятельствах. Первого мужа Стейси звали Майкл Уоллес. Они познакомились в 1985 году, когда Стейси было всего 17 лет. Вскоре они стали неразлучны, и спустя 3 года они поженились.
В 1988 году у них родилась первая дочь, Эшли, а в 1991 – вторая, Бри. Стейси работала диспетчером в госпитале. Майкл же был механиком в местной автомастерской. Они были очень близки со своими детьми, только их внимание делилось довольно странным образом. Майкл большинство времени уделял младшей дочке, Бри, в то время как Стейси, наоборот, была неразлучна с Эшли. К 1999 году в их отношениях наступил серьезный кризис. Стейси предполагала, что Майкл ей изменяет. Она собиралась подавать на развод и уже связывалась с адвокатом на эту тему. Однако в итоге она решила отложить развод на некоторое время, чтобы их дочери смогли провести еще одно Рождество в полной семье. Рождество 2000 года. Сразу после наступления 2000 года Майкл немного приболел. В течение 2 недель он чувствовал себя больным. Он очень много времени проводил в кровати, но несмотря на советы близких, он не хотел обращаться к врачу и был уверен, что ему нужно просто отлежаться еще пару дней, чтобы прийти в форму. Его упертость привела к тому, что он в итоге умер прямо в кровати у себя дома. Врачи сказали семье Майкла, что самой вероятной причиной смерти был сердечный приступ, но это звучало очень неправдоподобно. У него не было до этого проблем с сердцем, и ему было только 38 лет. Врачи предложили семье Майкла провести вскрытие, чтобы более точно определить причину смерти мужчины, но Стейси отказалась, аргументировав это тем, что она верит, что это был банальный сердечный приступ. В 2003 году, через 3 года после смерти первого мужа, Стейси вышла замуж за Дэвида Кастера. Ее дочери не очень были рады этому браку, они считали, что никто не может заменить им отца. Особенно яро против этого выступала старшая дочь, Эшли, и у нее с отчимом очень часто возникали различного рода конфликты. В конечном итоге Стейси была вызвана на допрос, в ходе которого она сама сказала, что Дэвид отравился антифризом. С ее слов, они когда-то вместе с Дэвидом и дочерьми смотрели «Криминальный детектив», в котором мужчина был отравлен аналогичным образом. И поэтому она считает, что Дэвид вполне мог взять на заметку такой метод самоубийства. Еще одной необычной вещью было то, что Стейси похоронила своих мужей рядом друг с другом. С каждым днем Стейси все больше и больше интересовала детективов. Они установили круглосуточное наблюдение за женщиной, выяснив то, что женщина за последние полгода ни разу не посетила ни одну из могил своих погибших мужей. После смерти первого мужа Стейси получила страховую выплату в размере 50 тысяч долларов, а после смерти второго в размере 200 тысяч долларов. Детективы работали над этим делом целых 2 года, и в конечном итоге у них появились основания обратиться в суд, чтобы получить разрешение на проведение медицинской экспертизы тела первого мужа Стейси, похороненного 7 лет назад. Как оказалось, экспертиза была не напрасной, поскольку она показала, что в останках Майкла Уоллеса также содержался этиленгликоль. Теперь казалось, что пазл был практически полностью сложен. Но внезапно случилось то, что перевернуло ход расследования на 180 градусов. Oh my god. This is not happening. She left a letter. 9 сентября 2007 года в 911 поступил новый звонок из дома семьи Кастер. Это была Стейси. Она сообщила, что ее старшая дочь Эшли умирает. Медики прибыли немедленно. Рядом с телом девушки были найдены пустая бутылка водки, упаковка от снотворного, а также прощальное письмо. «Мама, когда ты будешь это читать, знай, я люблю тебя. Я сделала это потому, что я тебя люблю. Прости за все, что произошло. Но теперь каждый должен узнать, что случилось на самом деле. И они должны знать, что это сделала не ты, а я. Отец был важен для тебя и меня, но он любил только Бри. Ты многого не знала о нем. Я не могла больше позволить ему так с тобой обращаться. Ты думаешь, я не помню, как он к тебе относился? Я все помню». И я не хотела, чтобы это продолжалось. Когда я пришла домой в тот день, я понимала, что происходит. Я слышала его тяжелое дыхание. Я понимала, что он умирает. Я специально не стала звать никого на помощь.
Я смотрела на него и понимала, что он больше не обидит тебя, и теперь мы будем счастливы втроем. Затем ты вышла замуж за Дэвида. Я понимала, что он важен для тебя. Настолько, что ты даже была готова терпеть те пытки, которые он тебе устраивал. Он не любил тебя, меня или Бри. Я чувствовала, что никто не будет скучать по нему. Но сделать что-то с ним было сложнее, чем с отцом, потому что ты всегда была рядом. Но я поклялась, что он больше не причинит тебе боли. В ту пятницу, когда он пришел домой, ты ушла на почту. Я спросила, хочет ли он что-то выпить, и я подмешала ему антифриз в содовую. Он выпил 2 полных стакана. У меня был запасной ключ от вашей спальни, поэтому когда он заперся, я налила ему еще 1 стакан антифриза и бросила ту канистру в комнате. Это нечестно, что копы говорят про тебя все эти вещи. Ты ни в чем не виновата, это сделала я. Когда я узнала, что они собираются выкопать отца, я поняла, что они все узнают. Сегодня утром они пришли ко мне в школу. Я думала, что они заберут меня в тюрьму, но этого не произошло. Я не могу отправиться в тюрьму, но я и не могу допустить, чтобы это произошло с тобой. Я знаю, ты ненавидишь меня за то, что я сделала, но знай, я люблю тебя. Я сделала это для нас. Пожалуйста, прости меня. Передай Бри, что я ее тоже люблю. Пусть будет хорошей девочкой. Пожалуйста, не надо меня ненавидеть. Просто знай, что я тебя люблю. Это было абсолютно неожиданным для всех. Конечно, детективы рассматривали все возможные версии случившегося с Дэвидом. В том числе и рассматривалась версия, что в его смерти виновата одна из дочерей Стейси. Но детективам она казалась абсолютно фантастической. Однако самоубийство и найденная предсмертная записка Эшли заставили полицейских посмотреть по-новому на это дело. Единственная проблема была в том, что в своей предсмертной записке Эшли написала, что она виновна в смерти не только Дэвида Кастера, своего отчима, но и в смерти своего отца, Майкла Уоллеса. Однако тогда ей было всего 12 лет. Могла ли 12-летняя девочка придумать такой хитроумный план с отравлением? Единственный способ это выяснить был допросить саму Эшли, которая, только благодаря медикам, все-таки выжила. Придя в сознание, она сказала, что последнее, что она помнит, это то, что мать дала ей некий коктейль перед тем, как она вырубилась, и что она понятия не имеет, о какой предсмертной записке идет речь. Ей удалось выжить лишь потому, что ее сестра, Бри, зашла к ней в комнату и заметила, что с Эшли что-то не так. Если бы скорая прибыла на 10 минут позже, то Эшли уже было бы невозможно спасти. В итоге показания Эшли окончательно расставили все точки над «и». Стейси Кастер, мать Эшли, все-таки была арестована. Ей были предъявлены обвинения в убийстве своего второго мужа, Дэвида Кастера, и попытке убийства собственной дочери. Как позже выяснилось, предсмертная записка Эшли была напечатана на компьютере, и прокурору в суде с помощью компьютерных экспертов удалось доказать, что даты создания и редактирования этого файла на компьютере соответствуют тому времени, когда Эшли находилась в школе, а это значит, что записку написал кто-то другой. Это стало основой доказательной базы вины Стейси в этом деле. Отпечатки пальцев Стейси на стакане с антифризом также были весомым доказательством ее вины. Кроме того, считается, что она целых 4 дня травила Дэвида с помощью кухонного дозатора, найденного в мусоре. Младшая дочь Стейси, Бри, рассказала, что когда она нашла Эшли, рядом с ней не было записки. Она появилась лишь когда их мать, Стейси, осталась одна в комнате с Эшли. Мотивом убийства мужчин были названы деньги, полученные в качестве страховых выплат, а также имущество убитых. Когда же женщина поняла, что полиция подобралась к ней слишком близко, она пыталась подстроить самоубийство своей старшей дочери и выставить ее виновной в смертях своих бывших мужей. Но ее план провалился только благодаря Бри, которая вовремя поняла, что с ее сестрой что-то не так. Адвокаты Стейси пытались убедить присяжных, что в совершенных убийствах виновна все-таки Эшли. On Thursday, September the 13th, she came home. And wanted to take a nap. Yes. And that's not unusual for her, right? No. And what time did she go in to take the nap? Between 1:30 and 2 o'clock, I believe. And the next time that you saw your daughter when she was conscious was when she was being carted out by ambulance attendants on Friday morning. Yes. 17 hours later.
Yes. And this is normal, right, Mrs. Kastor? Action, Judge. I'll overrule it. I never said Ashley. Screaming at the witness. I've just overruled it. This is normal. For Ashley to be in her bedroom for 17 hours? Sure it is. Sure it is. Sure it is. It's normal. And she was drooling, wasn't she? Was she drooling normally, Mrs. Kastor? Objection, Judge. I've overruled it. Was she? I don't know. You saw her drooling, though, didn't you? That was a figure of speech. It was a figure of speech! My God! You lost two husbands to poisoning. Your daughter has just learned that her father was dug out of his grave. You tell her, your boyfriend, that Archie's drooling normally in the bedroom. That's my God! Is this your testimony? That's not what I said. I'll strike the characterization. Did you say the word drooling? I said the phrase. Did you say the word drooling? Yes. And now you know you have to say that because we got it on tape, don't we? Yes or no? It was part of a phrase. Yes or no? Yes. A phrase? A joke? Слушания по этому делу проходили 4 недели, и в результате Стейси Кастор была признана виновной в убийстве второй степени Дэвида Кастора и покушении на убийство своей дочери, Эшли. Она получила по 25 лет тюрьмы за каждое из преступлений, но в тюрьме она провела только 7 лет и умерла утром 11 июня 2016 года от сердечного приступа. Уже позже также назывались версии, что Стейси Кастор может быть виновной в убийстве собственного отца, который умер в больнице в 2002 году после визита дочери. Как было сказано ранее, основой для доказательной базы обвинения послужило то, что дата создания предсмертной записки на компьютере не совпадала со временем нахождения Эшли в доме. И, возможно, не решись Стейси Кастор на убийство своей дочери, она так бы никогда и не понесла наказание за свои прошлые преступления. I hate my mother for ruining so many people's lives. I don't even know why she did it. What gave her the right to play God with people? Even though I do hate her, I still love her at the same time. That bothers me. It's so confusing. How can you hate someone and love them at the same time?